И начинаем. Посмотрим, что это за дорога и куда она у нас ведет. Ну, такая интересная. Ух ты, Илюх. А там, смотри. Бревно. Кто-то тут сидел, пойдем прогуляемся. Кто-то, говорит, тут сидел. Кто-то тут сидел. Ух ты. Что-то тут было интересное. Как думаешь, Илюх? Я думаю, надо. Какая будет стратегия? Так а потихонечку что? Сейчас будет блокировочку включим, но потихонечку. Итак, поехали. Сейчас посмотрим. Ну. Вот так это выглядит и ну, вроде пока едет, хотя тут так себе, конечно, подъемчик. Чуть больше газку, Илюх. Я как-то встал, да? Суровенько. Так, мы без блокировки. А? Так, нам без блокировки. А у тебя нет, да? Отсюда. Ну, блин. Так, теперь у нас едет Алексей. Так они без блоков. Ой, он сейчас положит его. Как он это делает? Как он это делает? Хода подвески, да? Оп. Так. Теперь Дэн. Патриот без блоков. Дэн не знает, сможет, не сможет. Но будет пробовать. Пошел, родной, пошел. Да. Как тебе разведка, Илюх? А? Как разведка? Отлично. Как всегда, сука, на ночь. Воскресенье. Нормально. Так и не особо молоко. Да не, больше. А лайтер? Это новогодняя елка, а? А что делать? Есть такое. А то светло. А так было бы, вот смотри, как печально. Ну да, очень печально. Итак. Поехали. Вот он. Нормально. Вообще нормально. Ничего не предвещало беды.
Идем. Я тучи разгоню руками, я лужи разгоню ногами. И в принципе ничего-то и критичного, но все-таки. Не, лайт. Это лайт. Ух ты. Пройдет база? Нет, не пройдет. Ух! Прошли. А куда мы должны в итоге по итогу? На лэп. Там будет еще дорога раздваиваться налево и направо. Итак, идет Илья. Я, наверное, сейчас резко отпрыгаю отсюда. Едет. Чуть-чуть назад и вперед. Еще чуть-чуть назад и вперед. Во. Пошел. Дальше все нормально. Суровое болотце такое, конечно. Ничего не сказать. Сейчас Леха отожгет. Сейчас что-то отожгет. Отлично. Ой-ой-ой. Что творит, а? Что творят? Так. Илюха пошел. Выезжает сейчас, получается. Ох. Слепит. Угу. И все идет. О, отлично. А теперь шлейф камень. Вообще шикарно. Леха вообще прям что-то. Прям сильно. Так. И теперь Дэн. Лезет. Так. Ага.
стой, Дэн, копаешь. Подожди. Тут камень. Выкручивай туда руль, наоборот, выезжай вот так по большому кругу. Стой, стой, стой. Теперь вот так. Да. Во, во. Оба. Чё говорит Дэн? Грязь? Лечебная? Нет, тут нормально. Надо заезжать, Лёх. Дэн, поехали, там потом разберемся. Большой? Нормально такой. Объедем. Перепрыгнем. О, грибочек. Опа. Грибы. Мороженое. Уже все, заморозки. Леха дрифтит. Так, отходи. Покидал грязью уже. Во-во-во. Огонь, огонь, огонь. Пошел. Надо ему там говорить, да? Тихо, Леха. Ну, ход правильный. Не-не-не-не-не. Тебе вот так надо, вот сюда. Нет, у нас тут полностью. Подожди, Лёх, надо глянуть. Тебе надо было вот тут, вот где колесо, то есть назад спускаться и вот так брать по этой. Посмотри только, докуда тебе там спуститься. Не-не, еще дальше, там камень. Надо снизу ему разгоняться. Лёх, давай я попробую. А? Давай вниз и прям ходами. Вот такими. Да, слишком скользко. Во, вот отсюда, вот на тот камень и идти вот по той стороне, а здесь уже выходить. Как бы он сейчас там дерево не обнял сзади. Ну, дальше дерево. Следующий. Нет, тут надо... В другую сторону, левее бери. Вот здесь же камень. Один, вот второй. Ты сейчас сядешь на них. Вот. Камень. Тебе надо здесь и вот так. И вот здесь идти колесом.
На меня! Ух! Стой! Стой, стой, стой! Камень! Он уже пытается на камень заехать. Не-не-не. Кажется, надо на него заскакивать. Стоп, да. Мне кажется, он вообще вывесится туда сильно. Может, правда, попробуй? Да, чуть-чуть туда. Во. Не-не-не. Не-не. Ох ты ж твою мышь, а! Что за человек? Я там делал. Да? Тебя тоже? Я еще нет. Подожди. Стой, сосна там! Не-не-не-не. Надо на камень сюда заскакивать. Лёха, надо на камень доскакивать колесом. Ух! Лёха! Комментарии будут? Красава. Илюх. Че? Комментарии будут? Блин. Короче, грузник от Лехи погнали. Да. Уделал. Все-таки уделал, гад. Траекторию запомнил, Илюх? Ну, не, я буду на камень ехать. Так, тут правильно он проехал. Ну, чем-то черканул. А я бы этот камень черканул. А вот ну, этот, вот, вот ты чем-то. Не, а на этот он наскочил, вот, вот, я говорю, вот. Это я видел. Причем так не кисло. Назад, назад. Прямо! Стой! Не, ни хрена. Трава горит! Стоп, что там с той стороны? А он там не выскочит. Ему надо было раньше правее уходить. Оп! Камень. Почти уперся. Что-то у нас происходит. Одни. А? Не-не, давай. Если там нормально, то так. Нашли местечко. Вот. Сейчас вот здесь развернемся. А, нифига не видно, ребят, извиняюсь. Надо прожектор Перис Хилтон себе хороший взять. Давай, по колее вот так и едь, да. Отлично. Что я за видос слеплю из этой темноты? Ну что-нибудь слеплю по-любому.
как серпом по гениталиям. Все, ребят, мы на сегодня закончили покатуху. До запланированной точки немного мы не добрались, ну как бы стемнело, хочется кушать, домой, завтра всем на работу. Решили оставить этот маршрут напоследок. Днем приедем и добьем его, закончим. И желательно бы еще пару лебедок, чтобы было. Ну, так маршрут довольно-таки интересный, бодренький. На сегодня с вами прощаемся. Всем до новых встреч. Подписывайтесь на наши каналы, ставьте лайки, оставляйте комментарии. С вами был канал Перекати-Кольский. До новых встреч.